Всем здорово! Сегодня я катаюсь в садовниках. Сейчас буду раскатываться. Короче, день сегодня будет крутой. Смотрите до конца это видео. А сейчас погнали раскатываться. Сниму раскатку свою. Так, сейчас будем вылетать вот с этого вылета. Постараюсь какие-нибудь трюки снять. Ну, раскаточные такие, лайтовые. Что-то там скейтеры катаются, тренируются. Пойдем, наверное, на тот вылет. Там раскатаемся. Я переделаю, потому что я сделал криво. Сейчас сделаем все чистенько. Чистенько, да? Только без барчика. Нет, у меня такое лицо кривое. Это же чувак. Ладно, погнали на подкатик. Погнали. Погнали. Вон на тот, вон там вот он. Короче, сейчас вы все увидите. Вот, на вот этот вот подкатик. Там пацаны катаются. Смотрите, что сейчас делают. Вип на хил. Нормально. В ноги ударил. Больно что-то. Владик разъебался. Вы налево стреху брать сделали. Ебать! Что можно еще снять, Вадимка? Бар на вип, вип на бар. Уголочек? Да. Ну ладно, давай, быстренько сделаем. Офигеть! Давай я быстрее то сделаю, бордслайд на бэклип. Я хочу в Макдональдс, Владик. Пойдем в Макдональдс? Вадим, ты чё, какой тебе Макдональдс? Я хочу в Макдональдс, чувак. У меня бабки есть. Я могу себе позволить сегодня в Макдональдс? У меня диета есть. Я могу раз в месяц позволять в Макдональдс? Давай фотку такую, фотку. Какую? Скрин сделаешь. Давай. Вот, пацаны, тоже скрин делайте. Вот этого человека. И кидайте ко мне в группу. Новый мем, новый мем. Ладно, погнали дальше снимать. Сколько тебе лет, мальчик? 8. 8? Да. Реально? Да. И ты умеешь два бара? Да. Покажешь? Давай 500. Давай. А потом два бара давай. Пацан 8 лет делает пятеру и два барчика. Еще много чего. Блин, офигеть. Ой, осторожно. Давай еще раз, еще на гонку. Давай. Блин. Ладно, последнюю попытку, да, мы сделать, не сделать, посмотрим. Давай, давай, давай. Ну вышел, нормально. Че, а вы что умеете? Я вип-кош, вип на видео. Магазин, погнали. Магазин? Погнали. Ну-ка, засни меня сейчас на ступеньке. Вот он едет, едет, едет. Сейчас будет адский трюк, наверное. О, нормально. Мальчик очень хочет попасть в видосик. Сниму ему випчик со ступеньки. Короче, нормально. Давай еще одну попытку. Ну давай, давай последнюю. Че? 250 рублей тебе даю, и ты не выгрызаешь. Давай. Точно не выжишь? Да, да. Я в ахуе. Да я пошутил, не надо. Спасибо. Нет, что. Ну мне мог дать. Сейчас я вам покажу самого крутого флеттера в мире, который катается лучше Артема Степченкова, лучше какого-то Никиты Шаталова. Петя Бондаря? А, короче, смотрите, вот он. Ссылка на канал в описании. Давай флэт там, что ты умеешь? Бартвист там? Давай. А чё без портфеля? Давай с портфелем.
Че как лох? Надо было с портфелем. С портфелем круче. Из чего ты это был ванетик бортвиз греб? Да. Всем понятно. Ладно, погнали в магаз. Я пойду в Макдональдс. Сейчас мы купим бухла, набухаемся и будем делать трюки. А кто нам купит бухло на 7-14? Блин, точно. А мы кого-нибудь попросим. Да? Так, это моя новая тачка. Так, сейчас в багажник закинем все. Видите, тут шпаклевал, короче, все нормально. Пороги, что, пороги, все нормально с порогами. Движок знаете какой? Ну, сейчас я вам покажу. Чуть-чуть я его не буду показывать. На самом деле, это не моя машина. Какой большой выбор. Что бы взять? Даже не знаю. Нет. О, если есть скидончик, значит, надо брать. Нормально. Давай ты оплатишь сначала. Кого? Вот это что? Конфетку? Нет. Предельщик, блин. Запомните это лицо. Я напишу заявление на тебя, то, что воруешь конфеты в магазине. Ой-ой. Давай. Что говорить-то? Салам алейкум, сейчас пиво будем открывать. Когда нету открывашки, смотрите, берешь так. Ца! За вас. Хорошечно. Беспредельщик еще и пиво пьет. Ну ты вообще засранец. Вадим, красный свет горит. Погнали на красный? Погнали. Сейчас нас тачка собьет. О, девчули, здорово. О, теперь зеленый. Нас никто не сбил. Все хорошо. Всем привет. Вадим, я понимаю, ты с кумиром со своим стоишь, но тебе по телефону звонят. Пацанов можно разводить на хавчик. Ну хорошо. Братан, купи мне что-нибудь. Долбал. Ну поехали. Ты мне купишь сникерс? Блядь, посмотри. Ты купи сникерс. На скамокрутчика ебучего. Я его ненавижу. Его канал. Ты можешь ответить, купишь мне сникерс или нет? Вот видите, пацаны, всех можно разводить на хавчик. Сейчас я вам покажу стритера, который не умеет кататься. Вот он. А, не бей, Влад! Прыгай просто. Вадим, дай мне свой самокат сделать. Нет. Хочу покататься в стриту. Стритером дай побыть, пожалуйста. Так, отдаем самокат недострейтеру. Держите. Кто, по вашему вопросу, самый худший стритер? Стритер? Да. Влад самокатчик. Молодец. Тюню. Кто самый худший стритер в России? Стритер в России? Да. Скажи, Вадим. Влад. Влад самокатчик. Он кинул стрит и перешел в парк. А я нормально, Вадим Звягинцев? Нормально? Бля, он охуенно катается, ребята. Подписывайтесь на него, не знаю, инстаграм где-нибудь, вот тут не будет. Короче, подписывайтесь, блядь. Да не подписывайтесь, лучше на меня подписывайтесь, ну, пацаны. Ну вот, понял. Так, я лучший стритер, вот, накажи. Да, он лучший стритер. Сколько тебе лет? 11. Нет, это слишком большой для меня. Давай, блядь. Пацаны, купите мне новые подшипники. Я вам за это спасибо скажу. Сейчас я буду пробовать треху, два киклиса. Ни разу не пробовал, но сейчас посмотрим, что будет. Может, научимся новый трюк. Я сделаю еще две попытки, если у меня ничего не получится, то не буду его делать. Влад крутой. Влад крутой. Сейчас еще попробуем. Моя ножка. Пацаны, катайтесь в защите. Скажи пацанам, чтобы они учили бортвист. Давай, что говоришь? Нет. Чтобы они на меня подписались. И если кому-то понравилось, то это хорошо. Подписывайтесь на канал Лада Самокачка. Бля, я в натуре лизнул, слышишь? Дай протру. Давай, так говори. Вот, подписывайтесь на канал Лада Самокатчика, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте про мой канал, ссылка в описании. Наверное. Бля, ты себе испоганил этот, он у тебя весь теперь заляпанный.
Ничего страшного. Всем пока.